Эвакуация посетителей из торгово-развлекательного комплекса «Сити Парк» началась примерно в 3 часа после полудня. Очевидцы рассказывают, что просьба покинуть помещение прозвучала по системе голосового оповещения торгового центра. Вся работа сразу остановилась. Покупатели покидали свои тележки, которые были наполнены продуктами. Людей на улицу выводили работники торговых точек. Точное количество людей, которые в тот момент находились в магазинах и в развлекательной зоне, неизвестно. Причина эвакуации – сообщение о заложенном взрывном устройстве. Анонимный звонок поступил в правоохранительные органы. И это не легенда, которую обычно придумывают для учений. На место сразу же выехали несколько пожарных расчетов, кинологи, полицейские, несколько карет скорой помощи. Специалисты несколько часов прочесывали помещение, изучали каждый уголок. По данным спецслужб, взрывного устройства не нашли. Звонок был ложным. Установлена ли личность шутника, неизвестно. Правоохранительные органы пока никак не комментируют случившееся. Можно ли считать это происшествие своеобразной внеплановой проверкой готовности торговой точки к реальной опасности? Очевидцы утверждают, что персонал работал слаженно, паники не было, эвакуационные выходы все были открыты. Напомню, что несколько лет назад, после трагедии в Зимней Вишне, торговые центры Саранска подвергались несколько раз тотальным проверкам, и некоторые торговые точки вынуждены были полностью переделывать свои системы пожарной безопасности. Возможно, в том числе и это сыграло свою позитивную роль. Сейчас «Сити-парк» работает в прежнем режиме. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости.